корневую систему обмакиваем в болтушку. Болтушка — это глина с водой разведенная в определенной консистенции. Для чего? Для того, чтобы корни не сохли при посадке. А сразу после двухлетние сеянцы отправляют в посадочную борозду. 6000 саженцев молодой сосны высадят в лесном массиве недалеко от поселка Забайкальский. Вот здесь 6 лет назад был верховой пожар, и вот это значит, площадь вся выгорела. Вот она на этом месте, это получается прогалина получилась, вырубка. И она по каким-то причинам она не облесилась, и мы поэтому принимаем решение в этом месте произвести лесные культуры. В течение вот нескольких лет, 2-3 лет мы здесь проводим работу по восстановлению. Первый год мы удалили все сухостойные деревья, которые подгорели и так далее. И вот сейчас, в прошлом году проводили работу по посадке, в этом году также мы проводим работу по посадке деревьев. Сосны займут почти гектар. Саженцы привезли из Прибайкальского района. Специалисты говорят, они намного лучше и быстрее аналогов адаптируются к местному климату. Поэтому приживаемость у них больше 70%. В этом году молодую поросль высаживают новыми методами. Брикетированная посадка саженцев. То есть мы закупили вот такие саженцы, видите, брикет. Корневая система закрытая, приживаемость очень хорошая. То есть в этом году мы первый раз вот такое новшество применяем. Посадки идут в рамках муниципальной программы «Зеленый город». Всего по ней в этом году за счет местного бюджета высадят 27 тысяч деревьев, 20 тысяч весной и 7 осенью. На сегодняшний день работает программа «Зеленый город». Она была принята в прошлом году, и все лесхозяйственные работы, лесвосстановительные работы вошли в эту программу. У нас сегодня по городу Улан-Удэ есть зеленые насаждения внутри города, как бы, в черте города. А это вот наши, так сказать, за чертой города, городские леса, где у нас вот сосредоточены в основном сосновый лес. Это легкие нашего города, и, конечно же, его нужно восстанавливать. По программе «Зеленый город» в Улан-Удэ высадят 8 тысяч квадратных метров цветочных клумб и обустроят 10 тысяч квадратных метров газона. Напомним, проект стартовал в прошлом году. Тогда же в нашем городе посадили почти 30 тысяч деревьев. Екатерина Елистратова, Андрей Дармаев, Новости дня.